Всем привет, уважаемые друзья! Даже в одиночную игру. Последний раз я играл, наверное, 2,5 года назад. Или 2 года назад, точно не могу сказать. Вот, и тогда, в общем-то, игра мне казалась достаточно непростой. Ну и я помню, что я играл за Россию. Я не помню, правда, как я победил. То ли научная у меня была победа, то ли культурная. Не помню. По-моему, научная все-таки победу я одержал. Вот, но тонкости игры я, честно вам скажу, не помню там толком бонусов, которые дает каждая фракция, не помню даже элементарно, что дает чудеса света, то есть это мы все сейчас будем по ходу вспоминать. Башкиры, бонус к пяти, у Кумыса и плюс 50% в бою при игре на Кубызе. Ну, кстати, да, пяу-пяу-пяу, все дела. Блин, я играл же континентами. Ну, подождите, континенты это что? Классик говорить. Размер карты, ну я огромную поставлю. Сложность. Поселенец, вождь, полководец, князь, король. Ну, наверное, князь. Среднюю сложность я поставлю, потому что я не гуру в этой игре. Скорость мне говорит поставить... Какую скорость? Высокую? Требует меньше количества ходов. Ну да. Высокая скорость. Не, подожди, но это пятерка однозначно. Красавец. Ради такого стрима можно и пару сотен шекелей закинуть. Спасибо, Анжела. Я думаю, что сейчас мне точно бисмарк упадет. После такого. Так, дополнительно. Значит. Континента огромная, князь, высокая, древнейший мир. Возраст мира 4 миллиарда лет, нормальный климат, осадки нормальные, нормальные ресурсы, стандарт, вариант победы. Все. Что это значит? Ресурсы на баланс. Ресурсы, стандарт, редкие, стандарт, множество, стратегический баланс. А случайно не нужны. А, Ганди так убер агрессивным станет. Да, он вроде там что-то я слышал про приколы, про него ядерные ракеты. Я не знаю, случайные характеры, но нет, да они в принципе, у нас все цивилизации случайные, то есть и так непонятно, кто там попадется. Все вроде бы правильно, да, все поставил правильно. Нажимаю на кнопку «Игра», и я даже боюсь представить... Приветствую вас, ебать. Великий царь Рамхампаенг, предводитель легендарного Так, дружные города государства дают на 50% царь, больше пищи, культуры и веры. Подданные склоняются пред вами... В благоговейном ужасе. Честно говоря, вы даже правитель не знаю, Сиама, что происходит вообще? Почему? Древнего государства. Почему? В центре Юго-Восточной Азии. Сиам – живописный и загадочный край. Жестокие войны, беспощадный голод и нищета не сломили, но лишь закалили его искренних и талантливых жителей. Закалили, да-да-да. Ваша земля была частью Кхмерской империи до 13 века. Частью Мерской империи. Когда ваши предки отложились от кхмеров и создали королевство Сукатай. Военные силы и дипломатия позволили маленькому королевству утвердить власть над Юго-Восточной Азией более чем на 100 лет. О, великий царь! О, великий царь! Люди уповают на вашу мудрость и могущество. Сейчас я... Станете ли вы у кормила, людям чтобы своим, защитить сказать, свой народ и победить царь врагов? Сможете ли вы основать цивилизацию, которая на среднем не уровне исчезнет сложности, под напором на князь, джунглей? Как там он называется? Князь. Так, начать путешествие. Итак, у нас вот это, я насколько помню, поселенцы. Нам надо выбрать место. Ну, как мне кажется, здесь самое оптимальное место для того, чтобы основать город. Ну, видимо. Это хорошее место для будущего города. Здесь достаточно ресурсов и пищи. Ты вообще кто такая? Ты вообще город не это, чтобы начать строительство. Не сиамка. Где я таких сиамок видел? Не видел. Больше не напоминайте мне об этом. Спасибо. Вот это не отправит ли нам воина разведывать новые земли? А не отправит. Так. Иконки включи. Советики. Ну, пожалуй, давать. Ну, в принципе, здесь город можно основать, как мне кажется. Ну, вы ведь со мной согласны, что здесь хорошее место. Здесь можно поставить город. А? 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 Да ведь?
Только поставь в настройках карты, около самой карты находится, закрыта вебкой, отображение ресурсов на карте. Так. Значки ресурсов. Ну вот. Смотрите, пшеница. Вино. Ну там через какое-то время мы же это тоже клетку захватим. Там у нас слоники будут. Сделай ход влево и поставь на холм. Вот сюда вы имеете в виду? Выработка 2. Ага. Ну. Типа больше выработки. Больше производства будет. Значки продукции еще. Значки продукции. Ебать, сука. Так непривычно с этой херней играть. Я как-то, ну, запоминаю, что что дает. Без советов ставь. Ага. Что, на холм? Вот сюда, правильно? Правильно понял вас? Тут учтите, что на стриме задержка. Так что я только через 20 секунд буду читать то, что... Да норм ставь, где стоят, говорит Ярни. Тут вот... Да, ну тут вот именно что... Слоновая кость, требуется охота. А, так, ну ладно. Давайте поставлю сюда. Ну и теперь на следующем ходу они там мне город оснуют. Что касается наших воинов. Очень важный момент. Куда мы их отправим? Так, культура, культура, дипломатия. Слушайте, а мы же пока ничего исследовать не можем. Если на холм идти, то недоступно будет пшеница сразу. Холм не очень. В смысле, не будет. А. Ну ничего. Мы разведаем сейчас все. Найдем, так сказать, ресурсы. Да, там у нас. Там у нас край, что ли? Подождите. Как эту херню крутить? А, то есть мы пока не можем даже. А, вот. Генитально. То есть мы не знаем, где мы даже находимся толком. Убери значки продукции. Я, да, я уберу значки продукции, потому что это немножко не то. Куда мы пойдем нашими доблестными солдатами? Можно пойти туда, посмотреть, что там. Можно пойти, в принципе, туда, посмотреть, что там. Но... Блин, давай пойдем туда. Там ни хера нет. Так, как мне... Извините. Так, ты вообще что в очках делаешь? Еще очки не изобрели, чувак. Как их отключить, этих советников, там, я не знаю. Я, кстати, сразу на настройках должен глянуть. Без советов в клетках, без подсказках о наградах авторабочие не заменяют улучшения. Подсказки, вот. Только самое важное поставлю, прям вот вообще там убер важное мне подскажут советники. Не говорю, что он вправо иди на две клетки, ну ёптать, поздно. Поздно. Так, ну, вроде бы у нас нет никаких дипломатий, ничего, обзор культуры тоже нет, мы вообще никого не знаем из наших соседей. Так, и мы сейчас ничего там не исследовать, ничего не можем, я правильно понимаю? Так, окно исследований. Готово земледелие. Выберите исследование. Открыть древо технологии. Нет, можем исследовать, да? Или нет? Пока не можем. Или можем. Значит, земледелие нас исследовало. Это мы гений. Дальше у нас гончарное дело. Животноводство. Стрельба из лука. Позволяет создавать лучников. Добыча руды. Надо посмотреть вот по чудесам. Что нам вообще там нужно? Библиотека, Александрийская библиотека. Стоунхендж, рабочая лодка. Ебать.
Но это пока недоступно же нам, да, все? Мы куда бы ни нажали. Нет, он исследует. Имейте в виду, он исследует. Написано, конечно, доступно, пока недоступно. Исследуется. Вот оно исследуется. Письменность, говорят, идеи. Ну, значит, гончарное дело нам надо. Гончарное дело нам надо исследовать. Позволяет строить амбары в городах, да. Давайте следующий ход. Там-там-там-там-там. Все типа сейчас ходят такие. Мы, правда, даже не знаем, кто там, куда ходит. Варвары. Все, сходили. Теперь основать город. И смотрите, там что-то какая-то какие-то руины. Сейчас мы, может, воинами в руины пойдем. Сукотай мы основали. Могучий город Сукотай. Иди в гончарку. Бибус ворует и бипет. Я бы не строил ранние чудеса. Их, скорее всего, компьютер заберет, потому что их очень много. Угу. 8 ходов будет исследоваться. Производство, монумент, потом амбар. Так. Фу, а ты не хочешь в скайп пойти? Сейчас я, в принципе, думаю, что... Воинами можно сходить в руины, да? Они же там что-то дают, они золото дают, или что они дают-то, я не помню, если честно. Переименуй в Уфу. Да нет. В чем здесь Уфа? Так. Переименуй в Буй. Монумент. Наверное, надо монумент построить и рабочих построить, я правильно понял? Да мне не скучно, просто интересно, когда кто-то в ЦИВе больше эксперт, чем я. А я-то не очень эксперт в ЦИВе, как вы понимаете. Можно, конечно. Ну давай я тебя наберу. Ты только зайди в скайп-то, чтобы я знал, как говорится, чтобы я мог брякнуть. Так. Руины. Лучше разведчика вначале. Разведчик, да, это, кстати, дело. Дело, говоришь. Так, один житель у нас в городе. Ну, это просто мегаполис, я бы сказал. Так, блин, забываю, как здесь правильно тыкать. Но сейчас, смотрите, то есть он делает монумент, и мы не можем делать... И мы не можем делать это одновременно. Юнит и здание. Или как-то, честно говоря, не помню уже. Привет. Привет. Вот смотри. Привет. Да, это у нас Митя Фуа, Секси Фуа, мы его знаем под таким ником. Фифу с нами играет, да, кто смотрит профессиональные наши стримы в профи, да, те знают. Значит, я тебе сейчас демонстрацию включу, чтобы ты видел, что у меня происходит. Вот. Собственно говоря, логично, что воинами, наверное, надо сходить туда и забрать руины. Ну да. Ну вот, я тоже так подумал. Не знаю, что там будет, но немножко так разведали. А вот смотри, то есть, если мы строим сейчас монумент, то мы не можем, ну, например, разведчика или рабочего сделать, или можем? Одновременно. Одновременно нет. Одновременно нельзя, к сожалению. Ну ты можешь взять второй там, я не помню, что там. По-моему, традиция, да, и там тебе дадут одного кого-то там. Это где? Это куда нажимать? Ну то там тебе попозже дадут. Там. То есть сейчас пока ничего не делаю. Все, пропускаем ход, короче, да? Да. Тогда пропускаем. Не знаю, кто там ходит. Чтобы подтвердить, что это действительно ты. Передай привет. Мне привет. Да, Саня. Привет, Саня. Так. Надо еще ускорение включить, а то анимация долгая будет. Ну, а так без нее неинтересно. Блин, они просто будут скакать с клетки на клетку. Как. Так, в руины исследования. Вы находите грубо нарисованную карту, которая рассказывает вам об окрестностях. Так, в окрестностях. Там еще одни. Руины. У нас здесь рыба, здесь шелк, пшеница, олени и благовония.
Вот это да. То есть нам надо туда идти, мне кажется, развиваться. Там вот здесь где-то еще второй город ставить. Так, мне кажется. Ну вот там, где вот, да, где можно поставить, там где шелк. А это что за унитазы раздолбанные? Это тоже руины, руины новые. Хорошо, мы там будем развиваться. Так. Унитазы. Здесь, ну, все, наверное, дальше пропускаем, потому что ничего не исследуется у нас. Второй город между шелком и благовониями. Так. Вот благовония и шелк. Вот здесь вот где-то как раз на облачной клетке. Видимо, надо будет поставить. Так. Че? Следующий ход? Ну, я не знаю, так нечего делать уже, да. Вот мне тоже так кажется. Город, конечно, похож на палаточный рынок, там вот советский такой. Ну, а что ты хотел, сукота? Кстати, да, переименуй в Уфу там или как. А как его переименовать? А вот прям нажми на сукота прям. Изменить, видишь, там? Вот. Угу. Ну, давай это будет Уфа. Будет Уфа. Самый сиамский город. Так. Ну что, пускаем потихоньку. Да, да, да. Так, может быть, сейчас мы уже соседей каких-нибудь узнаем. Ух ты ж, нихера ж. Сейчас пойдем в следующие руины, может быть, там что-то полезное. Через лес поперлись. И вон там чья-то граница уже. Возможно, это город-государство, скорее всего. Возможно. Мы пока еще с ними не познакомились. Не знаем, кто там, что там, как там. Так, унитазы руина. Заруинь свои экскременты. Уфа и Буй. А в Башкирии разве есть слоны? В Башкирии лошади вместо слонов. Так, и что, опять все? Гениально. Сейчас уже там другие державы, наверное, ядерную ракету достраивают, а мы только монумент. Эпик, эпик. А, кстати, подожди. Нажми на город и поставь на молоточки, чтобы они развивались. Или наоборот на людей, я не помню, как Халецкий. По гайдам я тоже смотрел. По-моему, на людей сначала. Там надо, чтобы хотя бы 2-3 человека. 2 человека было. Да. И надо нам что, изменить про. Нет. Вот справа, видишь, расстановка горожан. Плюсик нажми. Приоритет. Ага, приоритет яблочко, да. А поставь. Все равно будет одинаково, потому что один. Ну пока житель. Да, не, ну пока понятно, но там когда 2-3 уже будет. Пока они слонов разрабатывают, это правильно. Это лучше твоя клетка, да. Эмиль, продай название других городов. Ну, кстати, хорошая идея, там, если вы хотите, чтобы город назывался в вашу честь. Сколько нынче стоит... Купить город? Ну, вот, назвать город в вашу честь. Сколько было? Не знаю, мне кажется, от 75 рублей. Ну, наверное, так как у нас пока мало городов, наверное, подороже должно быть. Да, 150 рублей один год. Ну, или да. Сначала для трех жителей. Вот поэтому город нужно было первый, наверное, ставить все-таки здесь, потому что здесь две пшеницы, он бы быстро вырос. И там было бы на что посмотреть. Так, мы сходили нашими геничами. До руин они дойдут. Ну, видимо, здесь холмы еще, они не скоро дойдут. До унитазов, вернее. Так. Ну и теперь следующий ход опять, да? Да, гениально. Один житель в городе, вот такой вообще где-нибудь видели? Один человек. Остальных отправили завоевывать. Идите завоевывать. Кстати, да, после руины, да, исследовал нормально. Исследовал руины. Потом это, Кэти, если ты их первый встретил, как бы, то они тебе что не дадут. Вот, золото там. Смотрите, это безупречные, прямо как у Дейнерис. И теперь вот здесь бы нам поселенцев отправить. У нас пока нет людей. Ни хрена у нас нет. Следующий ход. Ну хотя бы монумент сейчас построить. А монумент построился? Да, сейчас построится. Да. Так, у нас 20 золота, а мы еще не можем клеточку купить с пшеницей, нет? Просто если мы купим клеточку с пшеницей, мы сможем больше яблочек зарабатывать и быстрее разовьемся до второго уровня. Ну посмотри, нажми на город, там будет клеточка. Так, купить клетку. 30 скай. Сейчас вот город-государство нам дар сделает, можно будет. Да, купить. Да, да. Из-за золота клетку пшена, да? Так, ну что, следующий ход. Харасо. Харасо. Сейчас пойдем к городу-государству. Вот. Это Женева.
Они дали нам в дар 30 золота и 8 веры. Хорошо. Теперь мы в Уфе покупаем клетку с пшеницей. Так, подожди, а мы ее... Вот это ведь это да, клетка? Да. Покупаем клетку с пшеницей и туда отправляем работать нашего пидорга. Вот правильно. Сам туда пришел, говорит, слоны, да нахер мне ваши слоны. Я вот пшеничкой поработаю. Так, у нас, значит, можно построить разведчиков, воинов или рабочих. Честно говоря, конечно, логично было бы построить рабочих, но они 7 ходов строятся. Может быть, построить разведчиков, они пойдут там на восток исследовать. Мне все советники говорят, строй разведчиков. Ну да, да, они просто быстро ходят, поэтому... Так что разведчики — это наш следующий проект. Ну и мы обнаружили Женеву. Это тоже радует, что мы что-то смогли обнаружить. Что мы не одни в этой карте. Поехали дальше. Варваров пока нет особо, но у вас достаточно веры для основания пантеона. Угу. А, значит, вот здесь вот тоже надо думать головой. Может, Лёха бы выбрал божественного правителя, потому что он говорит, я божественный правитель. Но у нас... Что у нас там вообще за бонусы? Бонусы от веры за каждый город-государство союзный, что-то такое? Угу. Так. Ну, не знаю, у тебя, смотри, такая вот эта карта, что лучше брать что-нибудь земледельное такое, мне кажется. Мать-земля, так, священные воды, так, плантации, боги празднества, каждый источник вина и благовоний, бог войны. Нет, бог моря, нет. Я вот в вере никогда не особо шарил всегда. Может, чай-то что-то подходит. Так, бог солнца. Плюс один. Плюс одно яблочко вере за каждый источник бананов, цитрусов и пшеницы. У нас есть один источник пшеницы. Ну, плюс один к яблочку, это неплохо, да, боксу. Ну, вот что-то типа того, да. Дальше смотрим. Богиня защиты, богиня любви, богиня празднеств, божественный правитель. Не дает еду, он ее отбирает, наверное. Производство пищи растет на 10%, обряды плодородия. Так, памятник богам. У нас на 10% это будет очень маленький прирост, потому что у нас пока просто сам по себе этот прирост маленький. А вот поставить, например... Сейчас бога солнца, и потом уже развивать вот это в еду, всю эту хрень, я думаю, что это будет нормально. Ну, ресурсы вокруг города, вы их видите, здесь пшеница, вино, слоны, все. Пищу лесом, бери вино. Вино, да, говорят, бери. А что, подожди, где вино? Вон у тебя есть. Богиня праздниц. У тебя есть уже две на карте, то есть, если ты там город поставишь где-нибудь рядом, то вот будет два вина. Ну, это для культурной победы. А у нас вообще. Мы какую победу вообще будем? Я не знаю. Я тоже не знаю. С самого начала у тебя не было никакой. Никакой тактики, я ее не придерживаюсь. Так. Ха-ха-ха-ха-ха. Че люди говорят? Ты второй город с благовонией будешь ставить. А, да, кстати, вино и благовоние. Ну, я и говорю, да. Ну, давай поставим. Богиня празднества. Будем праздновать! Бухать! Отдыхать! Скоро, кстати, у нас Уфа вырастет. Он будет здорово. Юнит ждет приказа. Не хочет ли юнит пойти туда? А, не хочет. Там, кстати, будет... Да, благовоние, вино. Все наше. Бери либо на дворец, либо на винище. Ну, мы выбрали винище. И продолжаем. У нас сейчас скауты построятся. Мы их отправим на восток. Смотреть, что там у нас на востоке. Разведчики. Давайте-ка туда пройдем. Там еще пшеничка, слушай. Какие у нас обильные края. А, так, новый проект. Рабочие или еще одни разведчики? Ну, наверное... Рабочие нам все-таки понадобятся рано или поздно. Они, конечно, будут строиться 8 ходов.
Но... Не, ну сейчас у тебя человек еще появится, они побыстрее вроде как. Да, так что давай построим рабочих. Разведчики у нас ушли, ну просто гении разведки ушли на полхода вперед. Это просто выдающиеся, выдающиеся люди. Так, дальше у нас идет сиамские копейщики, они вроде уже сходили, да? А нет, не сходили, вот сейчас сходили. Так, теперь следующий ход, наверное. Рабочие не нужны, в волю, говорит египтонитас. А что значит в волю? Это вот сейчас у тебя институт там появится, через пару ходов там тебе предложат выбрать институт. Вот он воля, и есть. Да? Ну быстрый. Смотри, в воле как бы и появятся и поселенцы, и халявные рабочие, по-моему. А в традиции я не помню что. Традиция, это там что-то этот, строить пирамиды вроде, древние чудеса. А, да-да-да, или наоборот, в этом она появится. Увеличивает производство при постройке чудес, вот я говорю. Ну да, что-то традицию я, по-моему, никогда не брал. Честь это для воинов, набожность это для веры. Ну да, волю тут остается брать, а что тут еще брать? А через волю и поселенцев получим. Так, подожди. Рабочие не нужны. То есть мне сейчас надо отменить рабочих или что? Такая смысла нет. Ну, как бы... У тебя появится там два потом. Если бы лучники были, ты, кстати, во что это поставил исследование? Гончарное дело. А. Кстати, оно вот там... лучников бы хорошо бы заиметь сейчас. Ну, боюсь, что... А через пирамиду, да, вот я согласен. Я вот тоже всегда так играл, что через пирамиду там двое рабочих, все такое. Традиция нужна, чтобы города росли быстрее. В волю и сразу в пирамиду. Не соглашусь, после рабочих лучше поселенцев брать. Оставь. На волю с чистой совестью. Пусть производятся. Так, ну, в принципе, сейчас, я думаю, ход надо пропускать. Согласен? Да. Я согласен. Ну, выбора-то больше нет. Сейчас чувствую варвары. Разве так, мы исследовали гончарное дело. Что ты делаешь? Позволяет строить амбары в городах. Возможно, что в Уфе надо построить теперь амбар. И гончарное дело. Да-да-да, нас... замени нафиг рабочих на это, на гончар. Ну, в смысле, на амбар. Так, изменить проект. Строим амбар. Строим мафакинг амбар. Так, и теперь у нас рабочий работает вот здесь, и рабочий работает вот здесь. Ну, нормально золото приносит. Плюс 7, ну да. 30 золота. Так, на начальных стадиях 3 города, играть нужно минимум 2 рабочих. Это китайцы, видимо, нам написано. 2 рабочих нужно. 2 рабочих. Так, принять общественный институт. Мы принимаем волю, правильно? Да. Бабах, принять общественный институт. И что нам? Где нам? Где мои поселенцы? Или их дадут на следующий? Нет, на следующий, да, в следующий раз. Не на следующий ход, а в следующий раз, когда будет вот этот институт. Прокачиваться? Да, да, да. Так, и что там надо, чтобы... Необходимо не менее 20... В принципе, сейчас рабочие не особо нужны, вот. Да, вот один отряд рабочих. Да, 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 да. Да. А поселенцев кто мне даст? Вот, вот это вот. Но это же еще не скоро. Ну, не скоро, конечно, естественно. Бесплатно, поселенцев, блин. Поселенцы в закрытом левом столбце, сразу к ним. Еще когда, если пирамиды все-таки будешь строить, то тебе дадут еще двоих рабочих на халяву. Да, я думаю, что до пирамид еще. Да нет, они в принципе быстрые, это одно из ранних чудес. Один из ранних. Ой-ой-ой, варвары. Обнаружен чудо природы. Копии царя Соломона улучшают настроение во всей империи. Сейчас у меня там быстро все построят. Ну, в принципе, так-то победа, лагерь варваров. Но я не знаю, нападать на них или нет. Не знаю. Варварские дикари. Улучшение лагерь варваров, равнина, река. Вот если мы с холмов нападем, мы же будем там в этом преимущество иметь. Поэтому вот и нужны лучники для таких дел. Блин. Варвары на меня, наверное, не нападут здесь, если я буду стоять.
Могут напасть. Так, копим пройди. Давай пройду. Копим. Так. Копи насы. И следующее исследование. Открыть дерево технологии. Значит, мореходство, календарь, письма. А, вот, смотри, смотри, смотри. В каменную кладку иди. Вон там пирамиды, видишь, как-то. Вторая, второй кружочек. Так мне же надо было тогда сразу добычу руду исследовать. Ну, ну как бы да. А если я же пошел уже в библиотеку или что? Ну я не знаю. Если хочешь двух халявных рабочих, надо идти в это. Так. Письмец. Ну все говорят письмец, я не знаю, ну. Пирамиды, чуваки, пирамиды. Два халявных рабочих. Нет, просто если бы мы сразу пошли в добычу руды, то тогда это имело бы смысл. А сейчас, если мы исследовали гончарное дело, то уже, мне кажется, смысла нет. Ну вот они говорят письмец, потом уже кладка. Ну не знаю, но это долго. А если кто-то построит уже, если комп, ну, умнее будет, точнее, хитрее. Библиотека простая нужна. Так. Не, ну она нужна, безусловно, конечно, но... Ну давайте письменность будем исследовать. Пирамиду успеешь взять после Библы. Так. Будем письменность изучать. Мы будем умными. Так, население города увеличилось до двух. Обнаружили копии царя Соломона. Но, по-моему, мы сделали все, что могли уже на этом ходе. На ходу. И следующий ход.